Привет, меня зовут Роман Гершунин. Сейчас я приготовлю шоколадный мусс. Казалось бы, шоколадный мусс, это такое очень сложное. Нифига. Мусс-шоколад – это самый банальный и простой десерт. При этом очень, на мой взгляд, успешный. Здесь вот, на так называемой паровой бане, у меня растапливается шоколад. Я использую вот такие вот шоколадные таблетки. Ну, обычная плитка, просто я поломаю. Все то же самое. А у меня вода кипящая. И растапливается шоколад. В это время сливки, жирные сливки, 33% жирности, я забью. Взбивать сливки нужно до состояния плотной пены. Плотной. Шоколад оставил. Ждем плотную пену внутри. Этот десерт желательно делать накануне. Потому что готовый мусс должен поставить в холодильнике и схватиться. Можно делать то же самое рукой. При помощи венчика. Обычного венчика или миксера. Бытового, обычного. Это тоже бытовой миксер. Но удобно, что можно залить и заниматься своими делами. Главное не пропустить момент. Потому что если сливки мешать слишком долго, они отсекутся. Превратятся в такой вот снег. Еще немного. Видите, уже на сливках видны следы от венчика. Это значит, что они загустевают, сбиваются. Вот они, сбитые сливки. Я выливаю шоколад в холодную миску. Ага. И аккуратно соединяем сливки и шоколад. Ух, какие густые они получились. Аккуратно. Вот таким вот движением. Такие движения я делаю для того, чтобы сливки не опали обратно. Папа, а можно мешалку вот с этой? Что, папа? Мешалкой. А я вот сейчас уже мешаю мешалкой, смотри. А. Видишь? А эта мешалка называется лакекан на иврите. Скажи, лакекан. Скажи, лакекан. Лакекан. А это мешалка. А это винчик. Помните, до того, как я начал готовить, я просил, я говорил сам себе, не забыть. Я забыл. А что я забыл? Я забыл сохранить немножко взбитых сливок для украшения шоколадного мусса. Итак, вот я соединил сливки и шоколад. Видите, такая пушная масса получилась. И мы сливаем ее в любые формочки, в любые совершенно. И ставим в холодильник на ночь. Не бойся, он отварила. Ну я знал. Ой. И делал заранее. Веточка мяты. Попробуем собрать немножко сливок.
для контраста. Потом я сварю, а не надо сюда, не вот надо. Вот, вот это вот шоколадный мусс. Пап, да я. Кому-то повезло. Смотри, как он, смотри. Папа! Себя ведет. Волшебно он себя ведет. Ну, шоколад. Ох, кому-то Эй. Повезло. Нам? Нет, это шоколад. Я хочу шоколад. А он еще горячий. Я хочу шоколад. Нет, это не горячий. Вкусно? И я хочу шоколад.